Всем привет! С вами канал Стофити и я, Саня. В кое веки мы собрались на рыбалку. Не прошло, кстати, полгода. 3 недели мы никуда не смогли выехать. Но хочу сразу, ребята, рассказать историю. Предпоследний раз, когда мы поехали с Калюнькой, вот с этим вот Саркози, поехали на рыбалку, я начал снимать все, что было с самого начала, то есть как мы поехали, как мы приехали и так далее. Но это все, как говорится, в конце. Давайте послушаем, что было в начале. Выехали мы из дому, ехали. Вот я начал снимать, и вдруг мы наскакиваем на большую кочку и переворачиваемся. Ух ты, нихера себе! Вылезли мы из снегохода, давай все собирать, все обратно уложили в волокуши и поехали дальше. Приехали мы на рыбалку, просверлились, все как положено. Я это все снимал, ребят, как палатку поставили. Начал я разжигать шмель, разжег его в палатке, и он как вспыхнет. Пламя было огромное, наверное, аж до самого потолка. Вон. Посмотрите, как оно закоптилось. Я хватаю этот шмель и выкидываю его вон в ту дверь, которая находится за Марихой. Естественно, когда выкидывал, пламя все было на моих пальцах. Ну, немножечко покричал так, что, наверное, с города люди посбегались. Обжег очень хорошо. Слава богу, сосед у нас, Витька, приехал со своим шмелем. Мы его разожгли и начали рыбачить. Прошло буквально час. Ребят, я пока снимал, какую рыбку мы ловим. А рыбку мы ловили вот такую же. Поставил камеру на колено себе, и, ребят, у меня произошла поклевка. Я наклонился за удочкой и локтем сбиваю камеру. И камера падает вот сюда, ребят, в лунку. И камера у меня утонула. Вот честно говорю, ребят, не так сильно было жалко камеру, как жалко было флешку, на которой были такие ценные кадры. Наверное, были бы миллионы просмотров такой экстремальной рыбалки. А чё ржём? Миллион. Ну это еще чепуха. Просидели мы буквально полчаса. Да, Калюнь? И у меня звонит телефон. И говорят, через полчаса быть на работе. Представляете? Через полчаса. И мы срываемся с рыбалки. Калюнька меня отвозит на снегоходе в морпорт. Я сажусь на такси, еду быстренько домой. Такси меня ждет, я переодеваюсь и езжаю на работу. В общем, за полчаса я успел преодолеть 3 километра до морпорта, еще 3 километра это на такси домой и обратно 3 километра на работу. Ну, слава богу, все обошлось. А сегодня мы рыбачим. У нас за бортом ветер хороший, конечно, где-то 7-8 метров в секунду. Но, ребят, у нас уже, по-моему, пришла весна. Вчера было плюс 2, сегодня у нас уже плюс 3, показываем. Приехали мы сюда где-то часиков 8, пока пробурились, пока палатку поставили. Ребят, конечно, не все это я не смог заснять, потому что на улице ветер сильный, нужно было быстро все это делать. Хотя кадры были интересные, как у нас палатку ветром понесло до берега, ее крутило. И Мариха как сайгак побежала по снегу, чтобы ее поймать. Вот, потом ее тащила сюда одна на четвереньках. Закрепили палатку на колышки, растяжки поставили. Так хорошо, сидим с нашим любимым шмелем, который купил Калюнька. Пока еще угарного газа нет. Окна у нас приоткрыты, поэтому мы не переживаем. Ловим мы сегодня на опарыша и на тесто. Ох, ребят, что-то я наговорил всего очень много. Вы уже посмотрели всю рыбалку. Ну что ж, давайте на этом будем уже и заканчивать. Рекордсмен, победитель. Тут еще тянет. Большую. Молодец, Коля. Вдалеке город виден. Краны. Саша вышел из палатки.
палаточка. Сашуль, давай я ее сниму. Привет, мужики, привет. Вышел на улицу хоть немножечко отдохнуть. А то не ловлю и не ловлю, не ловлю и не ловлю. Да ладно, ловишь. Не клевала и вообще перестала клевать. Ага. Ну что ж, Мариха пошла в палатку. Будем собираться домой. Скажем нашей Печоре большое-большое спасибо. Наловили рыбки и в путь дорожку домой. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, тоже ставьте лайки. Дизлайки не обязательно. Снимал я на камеру Экин H9R Ultra HD. Что из этого получилось, посмотрю при монтаже. До новых встреч! С вами был канал Стофити и я, Саня.